Неужели мы вернулись в Хель? По крайней мере, не там, где нас снова будут мучить видения. Так холодно, что аж слюна замерзает. Яблочко от яблонь. Yeah.
Еще одна для коллекции. Еще одна валькирия. Попробуем освободить? Мы не можем бросить ее, брат. Не торопи меня, голова. Когда будем готовы, я нападу. Ну, ты грязный камень!
Гляди в оба, сын! Вперед! Yeah!
Держись, отец! Свобода. Где твоя королева? Королева? Это сделала она. Из-за нее Мидгард полон мертвецов. Не может быть. И я не хотел верить в это, госпожа, но ее надо найти. Где она? Точно не знаю. Но Рокстола Валькирс. Если Совет Восьми снова соберется, может, она ответит на зов. Совет
8. Похоже, нужно отыскать других валькирий. Ты прав, но мы хотя бы знаем, где найти Сигрун. Но где остальных валькирий искать? В иных мирах. Отличная мысль, брат. Муспельхейм, Нифельхейм. Сигрун бы не колеблясь отправила своих валькирий за пределы Мидгарда. Атрей, ко мне!
Же ты. Сюда я больше не вернусь. Спасибо большое.
Давайте к делу. Как-нибудь приноси мне их еще. Поскорее. А что там с другим делом? Ивальди все здесь разнес. Правда, тут и раньше было не очень. Но эхо осталось. Что-то написано. Его можно собрать. Когда мы уходим, тут все перемещается? Невероятно. Атрей, соберись. Здесь очень опасно. Гномья изобретательность впечатляющая и опасна. Следи за ними!
Да-да, заходите. Иногда лучше вообще ничего не купить. Похоже, вы нашли достаточное эхо. И не погибли? Потрясающе. Синдри, как ты делаешь вещи из тумана? Ты не поверишь, но раньше гномы создавали из тумана настоящие чудеса. Ищи и дальше эхо тумана. Оно мне очень пригодится. Это же центральная комната. Здесь есть на что посмотреть. О, похоже, вы нашли достаточное эхо. И не погибли? Потрясающе. До встречи, друзья.
пришли! Здесь туман слабее. Приятно. Вид у них не очень. Можешь их надеть? Нет. Она мала мне и слишком древняя. Отнесем ее гному.